Мы находимся на площади и прямо сейчас проходит забег «Большой Дубовский новогодний». Забег состоит из двух этапов. От Владивостока до Уссурийска, до Стелы, и от Стелы до площади. И вот-вот уже финишируют наши бегуны. Дело в том, что большое сообщество «Не будь как Гриша» имеет свои отделы, филиалы, коллективы в разных городах. И один из наших самых шумных, самых веселых филиалов, такой же, как и Владивосток, это Уссурийск. Ребята пригласили нас для того, чтобы мы здесь встретили Новый год. У бегунов вышло это сделать только по-беговому. Компанию из 20 человек не смутил декабрьский мороз и ночной старт, а также дистанция 86 километров. Забег в формате эстафеты. Бежали мы этапами, каждый этап это 10 километров, каждые 10 километров перекрывал минимум один человек, ну, как правило, это было большее количество. Один бегун основной, но часто в компанию присоединялись единомышленники. Вместе веселее и теплее. На Стеле в Уссурийске местные спортсмены устроили жаркий прием. И дальше путь в самый центр города, где уже ждут на общегородской зарядке. Просто мотивирует заниматься каким-то своим делом. Это вот сплочение людей, это очень круто, дарит положительные эмоции. Из положительных эмоций – громкая музыка, новогодние мандарины и приятная компания. От более опытных спортсменов до новичков. Я бегать начал недавно, буквально где-то, наверное, полгода. Это у меня, наверное, шестой забег. Очень много позитива и вообще жизнь поменялась вообще очень сильно. Состою в двух сообществах, и в Уране, и в Негришах. Нас объединяет любовь к бегу. То есть все мы любим это занятие, в любом его проявлении. В том клубе, в этом клубе, неважно, все мы вместе бежим за идею. Подобные забеги ребята проводят каждый месяц. Сейчас готовятся к ледовому ралли «Тур острова Папенберг», который пройдет уже в 2022 году.